Министерство строительства и градостроительства выделило для постройки частных домов 1 600 000 000 тугриков. Перед началом работ глава АИМАК и подрядчик подписали меморандум. Как уточнило отраслевое министерство, строительство 250 частных домов входит в программу 100 тысяч квартир. Глава АИМАК отметил, что местные жители активно участвуют в расчистке и подготовке территории для строительства домов и поддерживают идею создания Барунурта как образцового города. «250-квартирные дома будут за счет бюджета в размере 10 миллиардов тугриков. Также будут вестись работы по созданию инфраструктуры. Строятся магистрали первой и второй кольцевых дорог. Это не только прокладка самого дорожного полотна, но и установка дорожных знаков и разграничителей. До 2016 года будут проложены магистрали 4 и 5 кольцевых. Все дороги строятся по международному стандарту для городских магистралей». Строительство 250 частных домов будет вестись независимо от сезона. Строители собираются использовать современную технологию, не наносящую вред здоровью и окружающей среде. При этом стоимость одного квадратного метра жилья не превысит 600 тысяч тугриков. Считается, что в будущем город Барунурт имеет все возможности стать приграничным. Город Барунурт Сукбатырского аймака является транзитной транспортной дорогой, городом, соединяющим коротким путем Азию и Европу. Будем развивать этот город в четырех направлениях, в том числе как транспортный узел и аграрную территорию. Кроме этого, это будет город с большим количеством объектов для культурного проведения досуга и с передовой информационной технологией. Сукбатырский аймак ждут крупные перемены. В числе проектов обозначено также строительство школы на 920 учащихся, детского сада на 200 мест, музея и библиотеки. Энхтовшин Нимбаяр, Аист, Монголия.